В общем, думал и надумал, все-таки буду худеть, буду немножко подсушиваться к лету, убирать вот эту всю херобору сисек, висячую живота, поднабрал нормально объем. Сейчас пойду взвешусь, посмотрю, сколько вешу на сегодняшний день. Сейчас на весы встану. Весы показывают 109 800 вес. Это дохера, друзья, это прям очень дохера. Надо в лето уйти в сотки. За сколько? Ну, думаю, недель так я за 8 до сотки сольюсь. Почему раньше не скинул? Все были вот эти вот качели. Сушиться, не сушиться. Если бы я сушился, я бы не смог работать на силу. А я все пытался выполнить норматив мастера спорта международного класса по жиму лежа. На дефиците калорий, естественно, бы я ничего там не выполнил. А сейчас, коль уж заработал травму, болит шея, все равно готовиться не могу. Думаю, ну, худо без добра не бывает. Немножко просушусь. Буду выкладывать отчеты, смотрите за статьями, смотрите за роликами на канале, и все вам буду рассказывать. И свой рацион, и программу тренировок, так в общих чертах. То есть, ну, хотите, повторяйте, и будет вам счастье, тоже будете худеть вместе со мной. Как-то так вот.